Футбольный клуб «Орел» на днях одержал 7-ю победу в 7 товарищеских контрольных матчах и 6-ю под руководством Анатолия Шелеста. Крайняя игра с курским «Авангардом» завершилась со счетом 2-0. С Курском это дерби. Там товарищеских игр не бывает, поэтому все бились, старались. Ребят, была игра жесткая была. Вот, порой эмоции захлестывали. Теперь команда готовится к первенству России. Ближайшая игра будет в эти выходные с брянским «Динамо». Тренировки у «Орлов» 3-4 раза в день. По словам капитана футбольного клуба, с приходом Анатолия Шелеста уровень команды вырос. Команда, скажем, в самых низах, и уже в который год, скажем так, разруха полная. Поэтому подниматься очень тяжело. Поэтому за оставшиеся 9 игр здесь нужно сохранить место, прописку во втором дивизионе. Это задача номер один. Впереди еще 9 игр сезона, в которых команда надеется одержать победу.